Дагестанский боец Магомед Исмаилов взял верх над Александром Емельяненко. Поединок самых ярких бойцов российского ММА завершился накануне ночью в рамках турнира Лиги ACA в Сочи. Миксфайтер из Махачкалы был на 22 килограмма легче своего соперника. Бой проходил в тяжелой весовой категории. Исмаилов сразу же пошел в атаку, а Емельяненко явно был к этому не готов. Нанеся несколько ударов, Магомед молниеносно перевел соперника в партер. Под диктовку дагестанца прошли и остальные два раунда, пока в концовке третьего отрезка судья не остановил одностороннее избиение. Для Исмаилова эта победа стала уже 16-й в профессиональной карьере бойца.